Как известно, звонок для учителя. Старт уроку биологии дает Сергей Кочерешко, лучший учитель России по версии 2015. Теперь он в составе жюри и внимательно следит за тем, как дети впитывают знания о плесневых грибах. Его коллега Ольга Ларцева рассказывает, как важно на уроках использовать новейшие методы преподавания. Мы используем образовательные ресурсы, которые очень важны для ребенка. Ну, в частности, это я использую презентации, модульную систему измерения пролог, это какие-то видеофрагменты, видеоролики, которые могут вызвать эмоциональное отношение у ребенка в классе. Ну и, конечно же, интернет. Несмотря на стремительно меняющийся мир, система образования по-прежнему зиждется на трех китах: любовь к детям, верность профессии и знание своего предмета. Побеждает всегда личность. Всегда будет заметен тот учитель, который сам по себе яркая индивидуальность. Конечно, наверное, несколько составляющих. Но, во-первых, это хорошее знание предмета. Все-таки хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в первую очередь нам важна и глубина знаний самого учителя. 18 конкурсантов проведут открытые уроки и беседы с учениками. По результатам окружного этапа выберут тех, кто представит Самару в области, а затем и будет защищать ее честь перед всей страной. Марианна Мирная, Константин Головин. События.